еще одно приобретение. Целых две теплицы в упакованном виде. Вот так оно выглядит в огороженном виде. Сейчас монтажники приедут, еще крепеж с собой привезут. Продолжается монтаж. За день сделали вот столько. Неровная у нас площадка, поэтому в дальнем углу все лежит на земле, а с этой стороны вот так высоко. Внутри будем выравнивать вот этой щебенкой, снаружи тоже щебенкой подсыпать. Второй день работы. Вот такие вот будут форточки. Здесь все будем засыпать щебенкой. Надеюсь, хватит. Вторая теплица. Здесь выравнивали, старались. Вроде было ровно. Нифига не ровно. Прибор оказался точнее наших глаз. Поэтому придется еще немного дозасыпать. Промплощадка стремительно сужается. Еще один помощник, очень сильно уставший. Ну вот, дела потихоньку идут. Вот мы внутри теплицы первой. Двенадцать на 7,5 метров. Фирма Поспеваева. Славный город Липецк. Третий день монтажа. Одна полностью готова. Это которая будет под саженцы в горшках. Вот она вторая. С этой стороны въезд для техники. Со второй стороны череночник. Завтра закончим. Так, работа по монтажу закончена. По монтажу теплиц. Первая теплица 12 на 7,5 метров. Чуть увеличили, потому что чтобы не обрезать листы поликарбоната. Она прозрачная, в ней жарко. Будет использована для доращивания саженцев после черенкования. Внутри полностью проложим огородкани после того, как разровняем там пол. Здесь все будет засыпано щебенкой до уровня. С этой стороны, наверное, грунтом будем засыпать, потому что щебенки тупо не хватит. Вторая теплица. Из темного поликарбоната. Под ней, кстати, не жарко. Под ней хорошо. С этой стороны ворота сделали повыше. Для хранения техники. Что-то типа мини-ангара будет. А со второй стороны будет череночник. Соответственно, столы для черенкования. Система искусственного тумана. Для черенков тоже не нужна сильно высокая температура. Система искусственного тумана будет еще под дополнительным укрытием арочным. То есть столы для черенкования будут дополнительно укрыты. И уже внутри искусственный туман. Тем не менее, отделили вот такой вот полосой из брезента.
чтобы лишняя влажность не попадала в ангар. Немного мы не рассчитали с длиной за счет того, что увеличилось. Так сейчас придется досыпать с этого торца щебенки. Ну вот как-то так.